Поддержка предпринимательства и снижение ставок по ипотечным кредитам. Глава региона Игорь Кошин рассказал об основных стабилизационных мерах на заседании Госсовета в Москве. Снег стремительно тает, а вода начала размывать и без того горе дороги. Под толщей воды образовались огромные ямы. Жители поселка Мирный бьют тревогу. Почетный значит нужный. Список почетных граждан Заполярного района пополнился двумя новыми именами. Вы смотрите новости на телеканале «Север». О главных событиях дня расскажу вам я, Ирина Цепетова. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал поддержку проекту «Росветпетро» по добыче нефти в Ненецком округе. Сегодня премьер по телемосту из Вьетнама, где он находится с официальным визитом, вышел на связь с работниками компании, которые ведут добычу нефти на северо-хасидаюском месторождении региона. В беседе Дмитрий Медведев назвал «Росветпетро» абсолютно уникальным проектом и символом российско-вьетнамской дружбы. По словам гендиректора «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, находящегося в Хошимине вместе с Дмитрием Медведевым, «Росветпетро» добилась уникального в регионе уровня затрат – $3 на баррель. Как он отметил, добыча компании – самая эффективная в регионе. Кроме того, Кудряшов подчеркнул, что «Росветпетро» на сегодняшний день единственная в России компания, которая реализует нефть на бирже, а 90% ее продаж проходит в рамках электронных торгов. Представители «Росветпетро», находящиеся на месторождении «Северная Хасидаю», рассказали, что совместная компания на сегодняшний день разрабатывает 3 месторождения, вложив в развитие проекта 80 миллиардов рублей. Разработка северо-хасидаюского месторождения началась в 2010 году. В прошлом году «Росветпетро» добыла в Ненецком округе более 3 миллионов тонн нефти, превысив аналогичный показатель 2013 года на 15%. Повышение эффективности государственной поддержки малого бизнеса, расширение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, решение проблем, связанных с кадровым обеспечением, налоговым и правовым регулированием. Этой теме было посвящено заседание Госсовета, которое прошло в Москве. Наш округ на нем представил глава региона Игорь Кошин. «Мы собираемся в разы увеличить финансовую поддержку мер, направленных на развитие предпринимательства», комментирует ситуацию Игорь Кошин. «В ближайшей перспективе, в течение 2-3 лет, ожидаем появления до 1500 новых рабочих мест, преимущественно во внебюджетном секторе. В этом очень рассчитываем на малый и средний бизнес». В новых экономических условиях развитию малого бизнеса в Ненецком округе уделяется особое внимание. Одна из мер – введение налоговых каникул для начинающих индивидуальных предпринимателей. Также Ненецкий округ планирует быть первым российским регионом, в котором предлагаются наиболее низкие ставки при оформлении жилищных кредитов. Речь идет о 5% ипотеке. Такой проект сейчас прорабатывается администрацией округа. Стабильный днем, плюс на термометре открыл сезон весенних вод. До паводка еще больше месяца, а жители Мирного уже бьют тревогу. Невывезенный вовремя снег медленно, но верно превращает поселок в Северную Венецию. Кроме того, дороги микрорайона представляют собой еще одну опасность. Под толщей воды скрываются огромные ямы. А можно вброд идти? Пешком нет. Здесь такие ямы, что можно оступиться в любой момент. Сквозь снег, воду, а теперь еще и ямы. Мария Зиновьева со своей семьей живет в Мирном уже больше 3 лет. И из года в год картина не меняется. Дороги в поселке далеки от идеальных в любое время года. Зимой, чтобы освободиться из снежного плена, Мария звонила в программу телеканала «Север» «Алло, студия». После этого коммунальщики приехали, убрали снег и расширили дорогу. Когда звоню в чистый город, там просто не идут на диалог. Там ни трубку не берут, и вообще даже там телефон постоянно занят. Такое ощущение, что они просто снимают трубку, чтобы не слушать возмущенных жителей. С весной количество звонков коммунальщикам только возросло. Снег стремительно тает, а вода начала размывать и без того горе дороги. Под толщей воды образовались огромные ямы. Препятствия с трудом преодолевают автомобили, а пройти его с коляской кажется сверхзадача. По крайней мере, наша героиня на это не решилась. В прошлом году тут вообще ужас был. Тут КАМАЗы заседали, не ездили, не могли проехать. В этом году более-менее чистится, но все равно эту яму бы увидеть, хоть ее как-то объезжать или хотя бы засыпать песком, хотя бы временно. Потому что она с каждым днем все больше и больше вымывается. Впрочем, почем зря ругать коммунальщиков несправедливо. В Мирном их редко, но видят. Просто их работа, как в той песне, и на первый взгляд, как будто не видна. Вот и сегодня они приехали в поселок, но почему-то убирают там, где это меньше всего требуется. На рабочем месте поймать мастера участка нам не удалось, но по телефону он заверил, что опасной ямой они займутся вплотную. Посмотреть на почему там эта яма образовалась. Либо там по краям лед сосрать, чтобы выровнять место. Если нет,
значит, засыпать будем. Работы начали проводить, то есть к концу дня и постараемся сделать. К концу рабочего дня мы созвонились с Марией Зиновьевой, чтобы проверить обещанное. Лужа, по ее словам, стала намного меньше, ямами коммунальщики, скорее всего, решили заняться завтра. Кстати, это горе-дорога в половодье превращается еще в большую проблему, чем сейчас. Топит и ее, и близлежащие дома. Впрочем, паводковый прогноз на этот год специалисты дают более чем благоприятный, да и подготовка ведется с учетом ошибок прошлого года. Утвержден план противопаводковых мероприятий 2015. Уже прошел электронный аукцион по закупке песка и подсыпке территории от возможного затопление Наринмара. Уже идут заявки от населения города, идут заявки от старост районов, председателей ТОС. Соответственно, мы уже составляем график обращений и планируем возможные места подсыпки необходимые. Кстати, объемы необходимого материала в этом году обещают увеличить. Новшеством этого года станут уровни меры. На территории города будут установлены 2 датчика. Они будут вести постоянный контроль уровня воды. Вся информация будет оперативно поступать в ЕДДС. По долгосрочным прогнозам отдела речных и морских прогнозов Гидромедцентра Северного управления, уровни воды в этом году не должны превысить неблагоприятную отметку. По прогнозу, ледоход у нас на Наринмаре ожидается 25 мая. Средняя дата – 27 мая. Самая ранняя была 6 мая, а самая поздняя – 17 июня. Значит, ну, как обычно, ошибка дается плюс-минус 7 дней. Тоже может быть раньше, может позже. Уровень воды 470-530 сантиметров. Средний многолетний уровень у нас 538 сантиметров. Но если вот при таком развитии ледохода вдруг может быть заморозки или обильное, наоборот, снеготаяние, если будут заторы, то уровень воды может достичь 6 метров. У нас неблагоприятная отметка – это 620 сантиметров, а опасная отметка – 670. Так что даже при заторе, получается, у нас будет уровень поменьше. Отметим, что этот прогноз долгосрочный и будет корректироваться с учетом капризов природы. Уточнения придут с началом ледохода в верховьях Печоры. Но несмотря на столь благоприятные прогнозы, специалисты по чрезвычайным ситуациям советуют жителям подтопляемых районов заблаговременно застраховать свое имущество, а также убрать из погребов и подвалов личные вещи, технику и продукты. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, телеканал «Север». Почетных граждан Заполярного района стало на 2 человека больше. На торжественном вечере, посвященном дню рождения муниципального образования, медали почетных граждан вручили Виталию Асташову и Юнусу Шумила. Как и предыдущие 6 человек, судьба и трудовая жизнь этих людей стала частью истории округа и Заполярного района. 11 тысяч часов налета в санрейсах, десятки операций, спасенных жизней и помощь в рождении сотни детей. О своей трудовой жизни Юнас Дмитриевич, врач широкого профиля окружной больницы, вспоминает то ли с печалью об ушедшем времени, то ли с радостью о недаром прожитых годах. Врач профессии не для слабых. Каждый день нужно нести ответственность за здоровье и жизнь людей. И раненые, и резанные, и колотые, и стрелянные. И без руки, и без ноги, кого только не вывозил. По санзаданию я не потерял ни одного человека. Всех вывез, всех привез. Из 45 лет врачебного стажа 30 лет Юнас Дмитриевич посвятил Ненецкой окружной больнице. О результатах его профессионального труда говорить не приходится. Сегодня его пациенты продолжают благодарить за спасенную когда-то жизнь. Именно за это Юнас Дмитриевич стал 7-м почетным гражданином Заполярного района. Почетную награду ему вручили на торжественном вечере ко дню рождения Заполярного района. Второй житель округа, внесший не менее значительный вклад в развитие региона, Виталий Асташов. Его биография неразрывно связана с селом Коткино. Более 20 лет он руководил школой и стал инициатором популярного детского лагеря в Литково. Сегодня лагерь имеет районное значение. На летний отдых туда приезжают школьники из других поселений. Также в 1996 году Виталий Никитич был назначен первым главой Коткинского сельсовета. И там вообще люди трудолюбивые, веселые, вообще жизнерадостные. И вот я хотел, чтобы и другие деревни у нас процветали. Ну, а если деревни будут процветать, и район будет процветать.
На праздничном вечере назвали имена победителей ежегодного конкурса «Гордость Заполярного района». Из 32 претендентов жюри выбрало 7 конкурсантов, которые оказались лучшими в своих номинациях. Получали подарки в этот день и представители администрации. За 9-летнюю историю в Заполярном районе произошли значительные изменения во всех областях жизни. В новых экономических условиях руководство ставит перед сельскими поселениями новые задачи. Поэтому сейчас главное направление, и это округ поддерживает, и мы понимаем, что это надо делать, это все-таки развитие производства, это, может быть, сохранение тех традиционных производств, которые у нас есть в селе, ну и поиск новых вариантов жизни в селе, да, имеется в виду в плане работы. Гости праздника пожелали администрации и жителям сел плодотворной работы и больше имен в списке почетных граждан Заполярного района. Виталий Мартынов, Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север». Смотрите через несколько секунд. Алкоголь в подарок. Интернет-дельцы снова нашли способ обойти сухой закон. Придумана схема доставки на дом. Нужно всего лишь зарегистрироваться в социальной сети и купить там все, что угодно. Каждому по молоку. Акционерное общество «Вита» теперь станет выпускать больше продукции и по количеству, и по ассортименту. Новый вкус уже оценили жители поселка Искателей. Сухой закон? Нет, не слышали. Запрет на ночную продажу алкоголя действует в Ненецком округе несколько лет. Но местные предприимчивые граждане уже давно научились без проблем обходить его. Тем, кто по ночам крепко не спит, а пьет, нелегальные алкокоммерсанты бутылки не продают, а дарят. Например, с приобретенными чипсами. Это только формально, чтобы за руку не поймали. В прошлом месяце сомнительными продавцами основательно занялась полиция. Об итогах Олег Хатанзейский. Это только непосвященным кажется, что в Нарьян-Маре после 23 часов наступает сухой закон. На самом деле тут-то и начинается настоящий угар. Даже из дома выходить не надо. Интернет-дельцы сами все привезут, причем до подъезда. Необходимо лишь сделать заказ и, соответственно, заплатить за него. Продали что, девушки? При каких обстоятельствах вы изъяты данное имущество? Надо. Каких? Продажа алкоголя. Типа продажа алкоголя, и вас сотрудник полиции... Секли вашу деятельность, правильно? Ну, да. Ну все. Но самое страшное другое, что за отраву продают алкокурьеры. В основном это контрафактная продукция, изготовленная кустарным способом и закупленная по дешевке. Приняв этот горячительный напиток, можно не только отравиться, но и остаться на всю жизнь инвалидом. Случаев по стране сотни, если не тысячи. Однако нелегальные бизнесмены, кажется, не понимают последствий и продолжают торговать левым алкоголем, даже после того, когда их уже наказали за эту деятельность. Вы продаете алкоголь? Конечно, нет. Два ящика пива я взял, завтра все на рыбалку. Я не пил 2 недели, не пил и не курил. Сегодня вот решил сорваться, и завтра я ухожу на рыбалку. А какой повод? Повод? Рыбалка. Все-таки 2 недели я... Столько будете пить? Нет, почему? Я взял 2 ящика пива. Взял, а водка? Я взял 2 ящика пива, остальное нет. Собираюсь, у меня рождения нет. В марте месяце окружные полицейские провели очередной профилактический проект «Алкоголь». Только за 2 недели с поличным поймали 4 нелегальных предпринимателей. Все курьеры продукцию продавали через социальную сеть «Друг вокруг». В ходе проведения мероприятия в МВД России по Ненецкому округу поступило 4 сообщения от граждан по факту реализации алкогольной продукции в период времени ограниченного законодательства. По результатам мероприятия сотрудниками полиции составлено 8 административных протоколов. К ответственности привлечено 4 гражданина. Всего изъято 55,5 литров алкогольной продукции. Как правило, таких продавцов ждет всего небольшой штраф и конфискация товара. Через несколько дней алкокурьеры снова ищут новых клиентов. Олег Танзейский, Роман Делимарский, Андрей Котов, телеканал «Север». Открытое акционерное общество «Вита» в этом году увеличивает объемы выпускаемой продукции. В ближайших планах предприятия расширить ассортимент. Попробовать на вкус новинки молочной продукции «Вита» в минувшие выходные смогли жители и гости поселка Искателей. Вот у меня, например, в деревне, да, у бабушки была тоже своя корова и все. И продукция очень похожая, очень как бы, ну вот хочется ее даже вот и попробовать, и как бы еще. На сегодняшний день предприятие «Вита» выпускает 19 видов молочной продукции, среди которых новинки – обезжиренные йогурты и кефир. По вкусу пришелся покупателям также кисломолочный продукт «Лактиналь». В ближайших планах «Виты» – увеличение ассортимента низкокалорийной продукции. Оказалось такая вкусная, что особенно кисломолочная, вкусная очень. С сахаром понятно, сладенькая, а кисломолочный такой приятный вкус, он не кислый, он такой прям... Очень приятно. Мне кажется, кто за здоровый образ жизни, тому вот только это и надо. Очень вкусно, натурально.
Кому надо подслащённое, кому не надо, вон совсем есть. Без жиров, без сахара. Ну, прекрасно. Здорово. Спасибо им. В связи с увеличением объемов выпускаемой продукции, акционерное общество «Вита» расширяет сеть собственных павильонов. На будущее мы планируем, что мы закупим автолавку, которая будет работать в тех местах, охватывать население по другим микрорайонам. Не так давно в торговом центре по улице Рабочей 4 открылся новый отдел по продаже свежей молочной продукции, которую каждое утро привозят сюда по заявкам продавца. Здесь же производится выдача детского питания по бесплатным рецептам. В недалеком будущем «Вита» планирует открыть собственные торговые точки во всех микрорайонах города. Александр Усачев, телеканал «Север». Смотрите в следующей части выпуска. Измерить уровень сахара и холестерина в крови, не посещая больницу. В поселке Искатели прошла уникальная акция по Всемирному дню здоровья. 7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. Сегодня, как никогда, люди обращают внимание на свое здоровье, поскольку от него зависит продолжительность и качество жизни. Накануне Всемирного праздника в поселке Искатели прошла акция «Время быть здоровым». Что вы здесь делаете? Я проверяю свое здоровье, индекс массы тела, кровь на сахар, холестерин. Какие результаты? Результаты положительные. Мы сказали, что пора бросать курить. Александр Воловатов, как и многие жители округа, не всегда находит время для полезных процедур своему здоровью. Если время на спортзал и бассейн они выкраивают, то дойти до больницы и сдать основные анализы может позволить себе не каждый. А ведь именно с таких показателей, как уровень сахара в крови или индекс массы тела, начинается путь к здоровью. Придя сюда, любой гражданин может измерить рост, вес, окружность талии, всю антропометрию провести, измерить сахар, холестерин, все, и получить консультацию. Приучить людей регулярно проверяться у врача сложно, а вот сделать полезные процедуры доступными можно. Накануне Всемирного дня здоровья окружная больница и поликлиника Заполярного района провели акцию «Время быть здоровым». Каждый желающий мог узнать о своем здоровье немного больше. Тот, кто не успел провериться, всегда может обратиться в Центр здоровья. Он работает на базе окружной больницы с 2010 года. Можно прийти любой желающий записаться по телефону 650-96. Кроме того, у нас существует выездная форма работы. Мы еженедельно посещаем какие-то организации, предварительно договариваемся с работодателем и выезжаем. Работающее население обследуется активно с нашей стороны, потому как работающее население не всегда имеет возможность прийти в Центр здоровья в рабочие часы. Специалисты Центра здоровья помогают людям выявить факторы риска заболеваний. Туда обращаются те, кто чувствует себя хорошо, но хочет знать, как предотвратить ту или иную болезнь. Таких предусмотрительных на акцию пришли 300 человек. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как еще наринмарцы заботятся о своем здоровье. Лучше всего помогают прогулки на свежем воздухе. Вот и все. Диету соблюдаю, во-первых. Ну, не забываю свой заряд, хотя мне уже много лет. Вот. Ну и веду нормальный образ жизни. Без этого дела и не курю, никогда не курил. Побольше ходить нужно, вот, например, в моем возрасте. Занятия спортом. Сейчас весна, пьем витамины. И гуляем. Витаминчики? Ну какие? Апельсинчики, мандаринчики, все это такое. Вот. Сейчас я только что приехал с бассейна и вечером пойду еще в тренажерный зал и буду закалять свое тело гантельками. Молодец. Чтобы выбранные вами способы сохранения здоровья приносили ощутимый результат, они должны быть регулярными, советуют врачи. И тогда вам не понадобятся ни лекарства, ни больничные листы. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, Владислав Носкин, телеканал «Север».